Данил Гумеров – настоящий активист и патриот своей школы. За 11 лет обучения в кадетском корпусе номер 95 юноша стал участником большинства важных событий. Военно-спортивные соревнования и игры областного и всероссийского уровней, парады памяти и победы. К концу обучения Данил стал старшиной 95-й школы. Приемные родители юношей гордятся. Свои амбиции лидера парень хочет реализовывать и дальше. Для этого планирует поступить в Самарский университет на государственное и муниципальное управление. В преддверии выпускного за активную гражданскую позицию и успехи в учебе юношу поздравили и наградили в администрации Самары. Мне это было очень приятно, и приятно, что моих родителей также поздравили. Это скорее просто дает мотивацию работать дальше. Ежегодно в Самаре успешных выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чествуют в городской администрации. Эта традиция зародилась 8 лет назад. В этом году 11 класс оканчивает 82 школьника. 10 самым выдающимся из них – спортсменам, отличникам и активистам – на торжестве вручили денежные сертификаты на получение единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей, а также памятные подарки. Поздравила ребят глава города Елена Лапушкина. Очень хочется вам пожелать, чтобы все, чему вы научились, и вы должны понимать, что вы это научились благодаря своим педагогам, благодаря своим учителям, чтобы в вашей памяти их имена и доброе отношение к ним, конечно, сохранилось на всю вашу жизнь. Слова благодарности глава выразила попечителям и приемным родителям школьников, людям, которые окружали детей заботой, лаской, вниманием и добром. Попечителей наградили благодарственными письмами. На сегодняшний день на территории Самары в замещающих семьях воспитывается 2140 детей. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.